новые, на Рождество обещались. Так что все будет как в старые добрые времена. Вы знаете, у нас не только праздники, у нас вообще гости в доме не переводились. Любили у нас принимать гостей. Покойный отец Николенький Василий Афанасьев, царствие ему небесное, было, говорит, гости на порог, радость в дом и приятное времяпровождение. Так у нас эта радость, ой, редко когда радости в доме не было. А когда Николенька приезжал, ой, вот это было паломничество. Сколько люду собиралось, столько. Почему-то всем так было интересно его увидеть, а еще и послушать. И вот замечайте, проходят годы, столетия, а интерес к его личности, я не говорю о творчестве, я говорю о личности, не убывает. К нам идут и едут его почитатели, ученые, которые все никак не разгадают загадку его таланта. Вот разгадывает, разгадывает, не могут согласиться, что не гениальных родителей мог родиться гений. А ведь родился. Но вы знаете, Бог с ними, пусть разгадывает. Мне все равно приятно, что они к нам приезжают, тут все расспрашивают, посматривают. Но а более приятно, что у нас в доме не только ученым, а всем гостям уж так хорошо про Николеньку рассказывают. Хвалит его, так хвалит. А он между тем просил, не хвалите меня перед людьми. Просто скажите, что у меня доброе сердце. А сердце, милое, у него действительно было очень доброе. Ой, дорогие полтавчане, вы знаете, сегодня у нас щедривники в деревне ходят. Так я пригласила их и к нам в дом, потому что, говорят, где щедривники не побывают, так там и добра не жди в наступающем году. Но, покуда они не подошли, я вас всех приглашаю на несколько минут в свою комнату. Хочу еще о Николеньке рассказать. Не против? Нет. Давайте.